Письмо я читаю. Значит, написано коротко. Привет. Нам предложили написать заглавную песню под титры в «Елке 3». Будем. Это конкретный текст. Там нету ничего, никаких объяснений. Кто предложил, куда. Я все должен понять сам. Я иду в шортах, 32 градуса на воздухе, 7 часов вечера. Я пишу. Да. У меня нет возможности написать больше, потому что я иду. Значит, проходит часа два. Я уже пришел домой. Я уже помылся, разделся и думаю, сейчас я устроюсь удобно. В это время пянь. Я открываю. Там написано. Примерно так с тебя припев. Я включаю эту штуку, а там, ну, мы песни пишем так. И здесь с фа-мажора. Все. И там, значит, вот это. Я, значит, это все прослушал и пишу ему. Дай мне. Это типа вторник. Дай мне до четверга, у меня нет рояля. Ответа нет на это. Ответа. Ну, то есть, он значит, принял, он принял, но это значит, в принципе, ладно, подожду до четверга. То есть время есть. Типа июль месяц. Я, значит, истерично звоню каким-то своим товарищам, которые там в Испании есть, на Майорке. Дело происходит на острове. Спрашиваю клавиатуру, люди говорят, ну есть клавиатура, там есть у людей клавиатура, у людей тебе нужно приехать, мы даем тебе в четверг 40 минут, между 6 и 6.40, типа, там в этой комнате никто не будет. Ну я, значит, выхожу, зову такси, такси не едет, потому что машина в это время, в общем, начинается адская история. Нету одного такси, второго. Выбегает моя жена говорит по-испански. Я по-испански не говорю. Испанцы не говорят по-английски, я говорю по-английски. Ад! Один таксист, второй, никто. Мы не поедем, нет, это не то, здесь не сюда. Мы не по этому вызову. Ну, то есть, какой-то кошмар. В общем, я с адским трудом попадаю, а я не могу. Я уже просто ору истерично, потому что у меня уже в башке все есть. Я уже понимаю, как должно быть. Но меня сейчас нельзя сейчас. И я вот в таком состоянии приезжаю к людям, люди открывают дверь и видят такого человека. 40 минут всего. И я, в общем, вот это все. Бла-бла-бла. И все. И приезжаю. Я это, ну, записываю на телефон. Там же. Вот, и все. Склеивается все. И я отправляю это Максу. Соответственно, это происходит в четверг. Значит, я отправляю ему. Он мне через час присылает и говорит, и пишет. Я хочу от себе моля убрать. Я ему пишу, не ленись, не убирай отличный бридж. Вот это все написано в письмах. Больше нету текстов, нет других. Никто не снимал трубку телефона. Ты знаешь, старик, я послушал. Вот ничего этого нет. Вот так. Не ленись, не убираем. Он говорит, все, пиши текст. Пятница, 7 часов вечера. Я понимаю, что надо уже что-то придумать. Я иду. Мне нужно придумать только припев слова. Я не знаю, что там, у кого в каких головах, что там про что, куда. Я понимаю, что это только Новый год. Ну, только новогодняя эта песня. Я иду, значит, вместе с ребенком. Она бежит, а я иду. Она уже убежит 10 километров. Она убежала уже. Я иду, она возвращается. А у меня ни ручки, ничего, ни бумажки. И я иду, и я ее останавливаю. Она уже обратно. Я туда еще. Дедушка-то старый. А я туда, она уже обратно. Я ее останавливаю, говорю, слушай, ну вот смотри, там, послушай, нормально, говорит, она вынимает наушник, говорит, пап, я не могу, я в темпе сейчас, понимаешь, ну как я тебя послушаю? Я говорю, послушай, внимательно, на любой стороне земли, говорю, на любой стороне земли, она говорит, это отличное начало. Сделала дальше по своим делам. И я иду, на любой стороне, и у меня так уже, я уже иду, и это все нужно запомнить, черт, а я не могу это запомнить, а нужно это записать. И я в телефон как-то это коряво записываю, когда я записываю, мне смотрю уже и думаю, как это криво.
Господи, это криво, не по-русски, здесь на «э», а сцена «э», в общем, у меня эти 8 припев у меня складывается. Я прихожу, смотрите внимательно, я прихожу, сажусь, включаю комп, пишу эту фигню, чтобы отправить ему. В этом у меня выходит письмо, в котором нет музыки, а только текст. Я присобачиваю этот текст свой, который у меня есть, и отправляю ему обратно. Ровно через час он присылает мне готовый сет целиком. Это весь номер готовый, склеенный, все. Только без соло-гитары. Ну, на ля-ля-ля он спит, естественно. Ну, в смысле, но все слова уже спеты. И нету никаких правок, никаких, там мы одно место только переменяли, и все. Мы на это потратили в общей сложности, ну, мне кажется, вместе, если человека часы, ну, может быть, полтора-два часа максимум. И все это пэк и случилось. И я вот подумал, черт, эта фигня работает, ну, не случайно. Это, ну, я не говорю про тот, но единственное, мы несколько песен написали и так, для нового альбома, и так, точно так же. Но это просто такой показательный момент, он настолько, с одной стороны, незатратный, ну, с точки зрения, ну, как бы энергетики, что ли, да, кажется. Но при этом это такая волшебная штука, которая была и в детстве, вот тут она, это описано. Она так написались все эти песни, «Любовь на пятом этаже», там, и все. Они так написались, понимаете, вот так, типа, и оно написалось. И вот, и до сих пор это продолжается. Это удивительная фигня.